потому что мне в каждый раз было мало Кати, буквально. Во всех смыслах, и в физическом в том числе. Вот. И каждый раз я предъявлял к ней территориальные претензии и телесно-имущественные тоже. Мне мало Кати. Она много снимается. Да, она много чем занята. Не знаю, насколько это подойдет для твоей передачи. Да просто я хотел Катю всю постоянно. Подойдет. Очень все понятно. Да, да. Ни с кем делить ты ее не хочешь. Ни с кем... Ну, я понимаю, не буквально, конечно, там, с детьми, с друзьями, но именно у тебя есть на нее... Ну, ты главная. То есть всегда она должна выбрать тебя. Не совсем. Я скажу тебе по секрету. Я вот просто... Вот вообще нет. Нет, 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 этого нет. Я просто все обхожу эту тему, не знаю, как ее сказать. Да просто мне мало секса с Катей всегда. А, вот, прекрасно. Так, Катя, почему так? Нет, подожди, Катя. Нет, Катя, у Кати все в порядке.